Помогите мне, доктор Фриман, если сможете. Вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Посмотрим. Он должен быть здесь. Смотри, гравипушка. Песик, отдай ее Гордону. Смотри-ка, Гордон, пес тебе тоже рад. Уж я-то вижу. А теперь, пес, подключи монитор. Свяжемся с папой. Думаю, он до смерти извелся. Он был уверен, что я тебя не найду. Цитадель вот-вот взорвется. Не знаю, как нам удалось выбраться. Все, что я помню, блин, падает. Страшный взрыв, а затем голоса вортигонтов. А потом пес нашел меня под завалом. Все так странно. Успеть бы. Это отец. Мы пытались связаться с ним несколько часов. Погоди, вот он узнает, что мы тебя нашли. Идем! Дорогая, ответь! Папа? Папа, ты меня слышишь? Алекс! Алекс, ответь! Секунду, сплошные помехи. Ну-ка, пес, помоги мне. Так, чуть-чуть вправо. Четкий сигнал. Есть. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успела покинуть город. Ну, не совсем. Что? Главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Нам удалось поймать сигнал костюма, а затем оставалось только копнуть поглубже. Послушайте, вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Тут в этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит... Крайнер, замолчи! Папа! Боже мой, Элай, прости, конечно, но зачем так переживать? Алекс давно вне опасности. А, вообще-то мы все еще в штабе. Господи, боже мой, но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только... Позвольте. Да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо... Войти внутрь? Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм? Если мы придумаем, как попасть в цитадель, мы Алекс, сможем... Алекс, нет! Но папа! Айзек, образуй ее! Мне жаль, Элай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка. Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай... Пообещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Обещаю. Я люблю...
люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Гордон, позаботься о моей девочке. Не волнуйся. Скоро увидимся. Надо подумать, как вернуться в цитадель. Пес, не поможешь? Спасибо, песик. Давай, пес, встретимся на той стороне гряды. Ого! Ну и высота. Только после тебя. Осторожно. Смерти напугал. Будь рядом и помоги нам найти выход. Кажется, мы здесь уже были. Поверить не могу, что мы хотим туда вернуться. Ну, пес, что скажешь? Есть мысли? Швырять мусор в цитадель. Это нам не поможет. Должен быть способ перебраться на ту сторону. Вот только какой? А если... Пес! Пес, куда ты? Он что, обиделся? А? Пес, что ты? Похоже, у него разболтались винтики. Берегись! Пес, ну это уже слишком. Что на тебя нашло, а? Зачем нам этот фургон? О, погоди-ка. О, нет. Ты шутишь? А? Ну... Гордон, если у тебя нет других предложений, он все-таки робот. Он все рассчитал. Точно рассчитал, а? Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Ну, ну. Я тоже буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся. Забирайся по советской лестнице. Держись крепче, Гордон. Ладно, пес, давай быстрее. Пока я не пере... Давай! Осторожнее! Держись! О! Отличный бросок, пес! Иди, песик, уходи! Все будет хорошо, только... А-а. Что это? О! Держись! Oh!
пройти незаметно не удалось. Трещит по швам.